Кит, опять это меняет. Китки нету, хоть тебя поснимаю.
тысяч. 80 тысяч? Да, говорит, что, мол, есть зацепки, могу, мол, это, ну, вот такая сумма сейчас. Ой, да. 70 тысяч? Да, обалдеть, да. Это. Угу. Я говорю, сколько мы потратили денег, я дочке говорю, мы бы уже купили этот участок. И без проблем. А если бы вообще заплатили деньги, 30 тысяч, когда меня сестры муж отговорил, не плати. Да. А я бы заплатила, у меня и деньги были. Да. Вот. И сейчас бы никаких у меня проблем, я бы жила припеваючи. Да. Вот. А вот, знаю, как говорится, надо жить своим умом. Вот. Надо вот именно, не хотят слушать песни. Вот, думать, вот да, даже да, вот это... Адвокат сказала, почему вы сразу не огородили свой участок? А, вот она сказала, у вас бы не было сейчас проблем никаких. Да. Надо было огородить участок. Вот вы получили, у вас документы вот 20 на 30, обгородили это 25 на 30, и все, вот ваши 7,5 сотки, все, да. У вас документы есть. Вот. А теперь вот это надо через суд все восстанавливать. Вот. Вот 80 тысяч нам сказала. Ой, с ума сойти. Вот так, да. Да. Угу. Да не коснись. Все. Только обман, обман. Ну да, да, да. Заработать хотят только. Да. Вот. Она все документы посмотрела, она работала в суде, она сказала. А. Вот это. Ну, это да. На Марата 8, там какая-то Фемида, что ли, это юридический центр. Да. Ну вот. Она так все, она не смотрела там мои жалобы, она не смотрела ничего, кроме как вот это судебные вот эти исковые заявления. Вот она только их рассматривала и сказала, что вроде бы можно все вернуть на место. Вот. Ну вот она сказала 80 тысяч стоит. Ну да. 80 тысяч. Да? Это почти миллион. Да нет, какой миллион? 80 тысяч, 1500 долларов. А долларов? Я говорю, перевела вам. 80 тысяч в доллары. Ой. Сейчас доллар стоит, это, 60 тысяч стоит, это, 1000 долларов. 60 тысяч, это. Ой, с ума сойти. 60 тысяч рублей купишь только, это, 1000 долларов на эти деньги. Ну, а вот она берет в рублях, и в рублях получается 1500 долларов. Это значит, она значит сбросила там, как инвалидность, там все вот это. Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Ну, что, будете судиться? Не знаю, я буду с Оксаной разговаривать. Пусть Оксана решает. Да. Вот так. Я не буду. Не захочешь. Ну, да. Ходи там, ездить. Ну, нет, она сказала, она будет сама вести дело, она в судах будет, ей доверены, все. Да. Мы сами не будем ничего делать. Да. Да, она вот так сказала, что она не будет, это будет все сама вести, все дела. Ну, ладно, пускай она решает. Да, это ее деньги, пусть она решает. Да. 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 Ну, а как огурчики, ничего? Огурцы я посолила, я их разрезала на куски, в банку посолила вчера. Я в литровую, нет, я в литровую банку взяла и посолила вчера. Ну, ладно. Оксана специи привезла, и я посолила в банку. А их... хрен это посадите? Посажу это. Да их опять, да. Потом еще